цвет, я не знаю, что это. Синенький, а это вот настоящий подснежник. Ну, какие-то там еще белые эдельвейсы, может, это и есть эдельвейсы. Да. Видео сняли, да. Ага. Ой, вот это вот главный, вот это вот прикольно. Вот это у меня даже эмоции. Нифига себе. Ну, здесь еще сейчас плохо видно, все. Что-то раз быстро и облака. Ну, мы видим, там облака, вот сюда вы идете. Облака. А тут там недалеко идти-то. То есть минут 10, и мы все, и мы на месте. Тем более тропа-то она одна. Мы сейчас на тропу придем и все. Ага, рога не шарит, тропу потом. Да нет. Здесь облака, он видно, я не знаю, движение такое. Видно, видно. Ой, я дышать перестала. Мы не скоро, ты что? Мы сейчас поедем кататься на Родальбане. Это какая-то фигня железнодорожная. Там садимся и едем, типа этих горок американских. Но она не да, она легкая. Я взял за что-то там первое, второе, третье и компот. В общем, все подряд я набрал, заплатил за это 8500 за своих. Вот, решил шикануть, зато, ну, не пожалели. Впечатления-то какие? Впечатления-то какие будут? Это вам не хочется какой-то грязный лыжи купаться. Ну, да. Ну, здорово, вот. Это для Новославья! Ой, какая красота! Вон там. Ё-моё! А где, в какой стороне вы-то живете? Мы вот там Розахутор. Там. Там Олимпийская деревня, Розахутор, и мы, короче, как-то там... Вон, видишь, я не знаю, видно или нет эти... Канатная дорога, видно, нет? Ну да, что-то темненько, а. Ну вот, ну, куда вот садимся? А мы с Женей на канатной дороге только на самый пик поднимались, вот, и все. И там тоже мы так снег, и мы в снегу, ну, раздеты и в снегу. Ну, вот здесь. Но я говорю, что мы спустились потом вниз. Да, вот я уже сильнее шаблоков, еще дорогу. Так что мне уже дышать, кажется, просто. Вон там зелень прямо. Ой, как красиво. Ой, тебя отправлю. Ну вот, правда? Видео короткое снимаем. Видишь, вот снег. Я могу там тебя под снегом. А вот тут снежник вот это? Это подснежник, да. Я бы тоже здесь хотела побывать. Что, рыбу?